В МЦ «Стекольный» будет проходить благотворительный концерт. Начало в 16:00. Благотворительный взнос 200 рублей. Все собранные средства от концерта пойдут на лечение Сорокина Никиты, жителя города Высоковск. В концерте примут участие танцевальные города Клина, Сапфир, Гротеск, Вайнот и города Высоковск, Акулина. В концерте также примут участие артисты из Москвы: Илья Гуров, Андреева Вероника, Даяна Брюд и финалистка шоу «Голос» Луиза Имангулова. Мы призываем всех жителей принять участие и помочь тем самым ребятам.